Сильнейшие борцы региона в очередной раз собрались под сводами спортивной базы Министерства спорта на чемпионате и первенстве Омской области по греко-римской борьбе. Проверить свои силы на турнир приехало 35 юных и 14 взрослых борцов из спортивных школ областного центра и муниципальных районов. Спортсмены выступили в категориях 55, 60, 74 и 120 килограммов, в каждой из которых был определен сильнейший. Турнир это проходит уже много лет. Это у нас зародилось в 50-х годах. И вот каждый год проводится этот турнир. Ну, раньше в разное время проводили, сейчас именно вот в преддверии всероссийского турнира памяти греко-римлян. Для многих участников чемпионата первенства Омской области по греко-римской борьбе это также подготовка к более крупным соревнованиям. 24 и 25 ноября на манеже спорткомплекса «Красная звезда» пройдет всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Юрия Крикухина.